тема, которая нас здесь собрала, это благое действительно дело. И, не знаю, у меня не было ни секунды колебаний, когда вот Миша Калинкин мне позвонил, пригласил здесь выступить. Я хочу спеть песню, которая сейчас стоится на YouTube с аранжировкой Евгения Быкова, с духовым таким оркестриком, называется «Последний парад». А что одеты мы не по погоде, так это никого уж не скребет. А просто мы на небеса уходим, такой вот мы десант наоборот. А с нами и братишки-лейтенанты, которых ждали всем смертям назло. Мы не герои и не оккупанты, мы просто те, кому не повезло, что родились мы здесь во столько и тогда-то, и жить нам отпустили только треть. А чтоб понять, что души как крыла-то, сначала, правда, нужно умереть. Чеканим шаг по батальонам, держа равнение строго на закат. А впереди майкопская колонна, а сзади те, кого забрал пират. И воздух рвут лихие музыканты, и небо недалекое светло. Мы не герои и не оккупанты, просто те, кому не повезло, что родились мы здесь во столько и тогда-то, и жить нам отпустили только треть. А чтоб понять, что души как крыла-то, сначала, правда, нужно умереть. Года летят, как трассеры ночные, мы сквозь них идем, и путь далек. А через нас спешите вы, живые, не зная, что как только выйдет срок, раскатятся небесные куранты, в июле упадет на землю град. И не герои, и не оккупанты, закончит свой невидимый парад. И мы родимся здесь во столько и тогда-то, и проживем две жизни за одну. И будут наши душеньки крылаты, и станут наши душеньки крылаты, и будут наши душеньки крылаты, и улетят на новую войну. И улетят на войну. Па-пам, ба-дай, да-дай, да-дай, да-дай. Па-пам, ба-дам, ба-дай, да-дай, да-дай. Па-пам, ба-дам, па-пам, ба-дам, да-дай. Па-пам, ба-дам, ба-дай, да-дай, да-дай. Раскатятся небесные куранты, в июле упадет на землю град. И не герои, и не оккупанты, закончит свой невидимый парад. У нас автоматики, а мы все солдатики.